Всем привет! Сегодня у нас 11 апреля. Вот сейчас хотел обратиться за помощью. Может, у кого-то, кто живет со мной в Ангарске, в городе Иркутской области, в городе Ангарске. Ну, короче, дело-то в том, что у меня сгорел вчера инкубатор. Ну, не сам блок питания, полностью там электроника. Я его подсоединил от аккумулятора, он работает. Но так как яйца заложены дня 3 назад, аккумулятор полностью заряженный хватает всего на 22 часа. Короче, это не выход. Работает он от аккумулятора. Но я так, сейчас я соединил, вот купил блок питания. Вот такой. Входит 220, выходит 12 вольт. Ну, нифига этого не хватает. Вот видите, он со вчерашнего обеда стоит, температуру набрал только 31 градус. А надо 37,8. Он не тянет, короче, этот блок. А с аккумуляторами это не выход нафиг. Это еще вся инкубация впереди. Это сколько аккумуляторов надо. И заряд Ну, короче, испортишь аккумулятор, если постоянно ему так пользоваться. Аккумуляторы тоже не дешевые. Поэтому, кто живет в Ангарске, очень много знакомых. Ну, брали у меня яиц. Если у кого есть пустой инкубатор, давайте я вот вам отдам яйца. Вот сейчас я их укутал. Вот здесь 118 яиц. Ладно, открывать сильно не буду, а то температура опять упадет. И сделаем пополам. Выведутся цыплята, сколько выведутся. И половину заберет себе, половину заберу я. Просто жалко. Яйца покупные, заказные. Привозил с Иркутска. Фараон и английский, и испанский техасец. Вот здесь 118 яиц, половина таких. Ну, вот такая история у меня получилась. Поэтому срочно надо яйца куда-то пристроить. Знакомых всех обзвонил. У всех инкубаторы заняты или ждут яйца. Поэтому, может, кто смотрит меня с Ангарска, у кого есть пустой инкубатор, звоните. Номер телефона я оставлю. Надо только это делать сегодня, пока яйца не испортились. Сегодня, там, до завтра. Вот сейчас пока стоит температура 31, яйца еще в начальной стадии инкубирования, они еще, с ними еще ничего не случилось. Так что вот такие дела в хозяйстве происходят. Заказал я этот блок питания. Сегодня вот надо будет там договариваться. Эта фирма находится в Оренбурге, вот этих инкубаторов Blitz 48. Этот блок питания можно... Ну, они пришлют, он стоит 989 рублей, или 898, ну, что-то такое, недорого. Ну, пока он приедет, это, блин, яйца жалко. Были бы свои, ладно, не жалко, просто покупные. Хорошая порода, надо вывести. Ладно, звоните, договоримся. Всем пока, спасибо за просмотр.